всех вас на канале Творческий домик у Светланы. Сегодня я буду декорировать горшок природными материалами. Что такое природные материалы? Это то, что нам дала сама природа. Это вот, например, кора. В основном у меня березы. Собрала я ее с дров для бани. Вот. Мох двух видов. Вот такой вот. И вот такой вот. Но этот мне пришлось немножко подкрасить, потому что он совсем побелел. Но с ним работать хорошо. И само собой вот такой вот горшок. Но это не дала природа. Это не дала природа, да. Это мы садили яблоню. И после яблони у нас остался такой горшок. И ну, я его оставила. Решила не выбрасывать. Как раз здесь очень удобно. Вот отверстие для слива воды. Вот. И вот этот горшок мы сегодня будем декорировать. Еще нам для этого понадобится, значит, наждачная бумага. Любая, какая у вас есть. Растворитель, салфетка, клей для пистолета и сам пистолет. Итак, начинаем. Первым делом нам нужно снять глянец с горшка, для того, чтобы хорошо потом приклеивался клей. Берем нашу наждачку и начинаем снимать верх. Снимать глянец. Снимать глянец, да. Теперь берем, зачистили все, сняли глянец. Теперь берем растворитель, салфеточку. И все это тщательным образом протираем. Обезжириваем. Обезжириваем, да, все это. Вот как раз мы занимались протиркой. Пистолет уже у нас нагрелся. Значит, лучше, конечно, использовать черный клей такой. Вот как практика показала, он крепче держит и все. Но у меня уже остался один стержень, поэтому буду работать и с белым клеем. Вот, начинаем клеить. Так, сперва наносим клей. Дырочки эти все не закрываем, чтобы водичка потом могла... лишнее уходить через них. И произвольно наклеиваем кору. Прижимаем. Щели пусть остается, мы их потом задекорируем. Главное, чтобы у нас кора хорошо держалась. Кору можно взять, в принципе, любую. И дуба, и сосны. Ну, какую можно найти. Мох, в принципе, можно взять искусственный, если нету возможности найти мох. Мы просто мох в лесу собирали. Вот. Горшок такой смотрится интересно. Это у меня уже второй горшочек. В первом у меня растет красавица, и будет такая же красавица расти рядом. Поэтому нужно два одинаковых горшка. Можно, в принципе, клей наносить и на саму кору. Как вам удобно будет. Как приловчитесь. Держится хорошо. Подбираем как тетрис. Да, она может быть кривой, какой угодно. Смотреться, в общем, будет оно хорошо.
можно, в принципе, не обязательно горшок. Можно использовать старое ведро пластиковое, которое у вас уже сломалось или дырявое. Вот, потому что как бы горшки сделаны своими руками. Это уже что-то, греет душу. Купить можно всегда горшок, конечно. Ну да. А своими руками это совсем другое дело. Так, приклеили мы кору. Вот, ушло у меня на это все полчаса где-то. И теперь я начну вот эти вот щелочки все заделывать мхом. Вот, я взяла для удобства нож обычный столовый такой вот. Наносим клей в щелочки. Вот, берем мох. И заделываем. Немножко, чтобы он прихватился, он держаться будет. Итак, мох можно, если вы нарвете свежий мох, то его можно посушить в тени. И первый день можете просто так оставить где-то в тенечке, а на второй день положите в кулек. Он тогда будет вот пластичный, нормально. Не хрупкий. Не хрупкий, не будет ломаться, нормально с ним будет работать. Некоторые щелки даже можно без клея, если там глубокие щелочки, можно так затолкать. Вот так выглядят сейчас корзинки. Это в предыдущем видео мы показали. Вот на них уже растет все, цветет.
Вот сделали мы горшочек, как бы наклеили, а теперь нам нужно вот эту вот каемочку скрыть. Для этого я взяла кору и помельче ее немножко поломаем, потому что бордюрчик маленький такой, чтобы удобнее было клеить, нужно ее поломать. И начинаем все это декорировать таким же образом. Вот нужно скрыть все это, пластмасс этот. Горшочек получается по финансам вообще почти не затратный, ну если не считать клея. Итак, закончили мы наш горшочек, горшочек лешего. Вот такой он получился. Вот. И прежде чем выбрасывать сломанное ведро или горшок рассадный, подумайте, а может с него что-то можно сделать, пригодится, особенно для сада, как бы не жалко. Вот, сделали, и вас порадует целый сезон, может два даже. Все это не трудно. Скрывать его ничем не нужно. Как практика показала, у меня уже такое одно стоит. Один горшочек, в нем посажен цветок уже месяц. Нормально себя чувствует. Вот. И теперь, наконец-то, наша красавица дождалась своего горшка. Пойдем ее садить, наконец-то. Вот, и наконец-то мы посадили. Красавица наша, это тунбергия. Неделю ждала горшка, бедненькая. Уже он заплелась вся такая. Ну и вот, смотрите, вот на природе горшок лешего у нас как раз нормально вписывается. Вот. Нормально смотрится. Стоит около деревянного пола. Как раз все замечательно. На той стороне столбика у нас помоложе тунбергия. Но мы посадили вот раньше. Вот она только-только начала очухиваться. Она здесь маленькая еще, и с ней рядом кобею посадили. Ну и это для украшения голубенькая лобелия. Попалась и беленькая здесь. Вот тоже горшочек стоит уже недели две. Нормально себя чувствует. Вот. Единственное, под низ можно поставить крышку с 15-литрового ведра. Вот крышка это с ведра стоит, для того, чтобы туда стекала вода. С пластикового ведра крышка. Да, с пластикового. Из строительного. Ну, как поддончик. Вот такие вот у нас два горшочка симпатичных. Смотрятся хорошо. Вот. Вот разрастется, будет шикарно. Если вам нравятся мои поделочки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приглашайте друзей. И до новых встреч!